Небывалый бартер затеяли власти столицы республики и Усть-Абаканского района. Решено в буквальном смысле меняться землей. Абакан при этом получает новую территорию для строительства жилья, а соседний район – аэропорт, точнее, налоговые отчисления, которые до сих пор идут в бюджет города. О взаимовыгодных перспективах. Константин Кравцов. Итак, северная дамба Абакана. С одной стороны город, с другой в буквальном смысле непаханное поле и Усть-Абаканский район. Именно эта территория рассматривается как потенциально перспективная. Власти решили передать часть земли Абакану для застройки. Впрочем, пока в роли события выступает сама идея. Главное, какова площадь участка, его границы. Вопрос. Город Абакан, Калинина и Черногорск. Вот эта территория, которая вот сейчас представляет собой водный фонд, потом вот, ну вот смотрите, да, достаточно большая территория. Это практически наш первый жилой район. Собственно, участок, а точнее водоем, место это сейчас подтапливаемое, на карте выглядит внушительно. Размеры территории сторонами еще не согласованы, но Абакан хотел бы разместить здесь два жилых района. Процесс передачи земель Калининского сельсовета городу не быстрый, но и после этого стройка жилья начнется не сразу. Вводиться в эксплуатацию должен этот земельный участок уже с этими необходимыми мероприятиями, там, дамбами, дренами, вертикальной планировкой. Конечно, мы понимаем, что средства очень большие, поэтому, конечно, будет рассматриваться возможность вступления в какие-то национальные проекты, федеральные проекты для софинансирования. Инициатива прироста вширь. Процесс для Абакана неизбежный. В городе фактически нет свободных земель. При этом к 2030 году Хакасия должна ввести 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Задача федерального центра. Именно Абакан – драйвер строительства. Участок за северной дамбой достается не бесплатно. Взамен Усть-Абаканский район получает анклав – городской участок в Калининском сельсовете, на котором расположен аэропорт и соседние предприятия. Получается, город на время решает территориальный вопрос, а райцентр – финансовый. Мы, в свою очередь, получаем дополнительные налоги в бюджет Усть-Абаканского района, что немаловажно для нашего района. Вот мы каждой копейке рады. А Абакан получит возможность расширения своих границ и строительства новых домов. Перспективы – это не сегодня, не завтра. Но если говорить так, оптимистичный прогноз выставлять, ну, год-полтора. То есть это очень-очень маленькие сроки. Земельный бартер – процесс для Хакасии довольно редкий, но, очевидно, неотвратимый. По мнению властей, это единственно верный вариант развития республиканской столицы. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Никита Сигай. Вести, Хакасия.